Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике. Сегодня я отвечу на вопросы, вопрос-ответ. Также я сегодня для себя выписал ряд вопросов, которые задавали Садхгуру. Мне очень нравится деятельность этого человека. Ни в коем случае не хочу быть похожим на этого человека. Но, тем не менее, вопросы, на которые он отвечает, они интересны. И, мне кажется, могут быть интересны для вас. Итак, вопрос номер один. Я, конечно же, отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задаете, но вначале я все-таки отчитаю подготовленную информацию. Начну с первого вопроса. Андрей Андреевич, там кто-то написал мне, не Андрей Андреевич, а просто люди, вы смотрите этого человека, как же вы можете ему верить, ведь у него лицо лоснится. Я хочу сказать, что это правда, у меня действительно лицо лоснится, но лоснится удовольствием, радостью и счастьем. Ну и у меня нет никакого шанса делать так, чтобы у меня не было зубов, потому что их кто-то должен выбить. Также не будет черных кругов под глазами, так как я сплю хорошо и не болею ничем, я здоров. Ну и алкоголь я принимаю только по праздникам, поэтому у меня нет ни плохого самочувствия, ни дрожащих рук, ни так далее. Поэтому в случае, если кому-то не нравится, что у меня красиво лоснится лицо и есть волосы, то я рекомендую прийти там к Сергею Викторовичу Ковалеву, у которого нет зубов, или там к Александру Палиенко, который лысый, и дальше продолжить слушать их. А я буду вести свою линию, знаете, там правильно, неправильно, буду стараться все-таки быть тем, кем я все-таки являюсь. Просто Андреем Дуйко, который счастлив в своей жизни от того, что в его жизни все хорошо. Дайте какой-либо прием для увеличения энергии. Очень часто человек сталкивается с тем, что у него не хватает энергии, энергетики. Он на протяжении дня чувствует слабость, у него нет сил, есть ощущение, будто постоянно хочется кофе, утром не может проснуться, вечером не может заснуть. Конечно же, в большинстве своем это связано с истощением нервной деятельности, с плохим здоровьем. Это может быть связано с плохой, может быть, экологией, там, с чем-либо еще. То есть вот этих причин их можно найти бесконечное количество. Там какие-то заболевания беспокоят этого человека и так далее. Но существует такой прием, я о нем часто рассказываю у себя в эзотерической школе Кайлас. Кстати, если вы не ученик школы, переходите на мой сайт Дуйко-гуру и проходите первую ступень. Подключайтесь и присоединяйтесь к нашей школе и становитесь частью нашего большого вот такого общества эзотерической школы Кайлас. Тем не менее, когда мы начинаем жить или живем, то сталкиваемся с тем, что нам катастрофически не хватает энергии, мы ее постоянно, недостаток ее мы постоянно ощущаем. И тут такой вопрос, есть ли какие-нибудь методы дополнительно привлечь в свою жизнь энергию для жизни, то есть по-другому энергию ЦИ, то есть сделать так, чтобы не уставать, чтобы на протяжении дня чувствовать себя хорошо, так далее и тому подобное, не изменяя свои предпочтения, не изменяя питание, не меняя образ жизни и так далее. То есть, как мы обычно привыкли, поздно ложиться, рано вставать, есть на ночь все подряд, пить алкоголь ежедневно, ругаться по вечерам и днем, ненавидеть окружающих людей и допоздна смотреть информацию, которая нас беспокоит, заканчивать, конечно же, перекусом и фильмами ужасов. Но и если такой метод, конечно, о нем обычно говорю, он несложный, это такая некая пранаяма или система, которую разработали йоги, это система, которая позволяет человеку восстановить свою энергетику быстро. Я очень рекомендую ею пользоваться. Сам я ее использую очень длительный период времени. Могу сказать, что очень нравится мне это. Итак, это метод пранаямы накопления энергии. Итак, каким образом необходимо это делать? Вечером перед самым сном сядьте на край кровати или сядьте поудобнее. Желательно это делать сидя. И желательно делать сидя так, чтобы колени между собой не соприкасались, а наоборот были разведены в разные стороны. Самое лучшее проведение данной практики или медитации, это сидя на стуле или на краю стула. В свое время Сиюминтан и Монтекче говорили об этом, что самая лучшая медитация по накоплению ци-энергии, это когда человек сидит на краю стула с ровными плечами. Ровные плечи не имеют значения, а также на краю стула тоже не имеет значения. Здесь очень важно, чтобы живот у вас свободно свисал, если он свисает или свободно выпячивался вперед. Потому что вдохи и выдохи придется делать так, чтобы живот или в животе этот вдох и этот воздух чувствовался. Итак,
Человек должен перед сном выполнять практику, он должен выполнять перед сном практику, выполняя длинный вдох и короткий выдох. То есть, сидя перед сном, делайте какое-то количество по времени, 1 минута, 7 минут, 10 минут, длинный вдох, короткий выдох. Выполняется так. Или через нос. Или через зубы. Таким образом я выполняю длинный вдох через зубы или через губы или через язык или через рот и короткий вдох через нос или через рот, не имеет значения. Утром, когда вы проснетесь, выполняйте видоизмененное дыхание, делайте длинный выдох и короткий вдох. Делается или выполняется это так. Таким образом, если выполнять это утром и вечером, вы на протяжении дня уже через 1-2 дня начнете себя очень хорошо ощущать. Но есть минус. Не выполняйте сразу много на ночь. Дело в том, что если сегодня начать и 7-10 минут выполнять на ночь дыхание, о котором я сказал, то может быть бессонница. Начинать необходимо с утренних занятий. Именно утренние занятия самые важные. То есть начинайте данные занятия с того, что первый цикл ваших занятий должен проходить утром, то есть длинный выдох, короткий вдох, и вечером этого же дня, вечером длинный вдох, короткий выдох. Таким образом, вы приведете свой организм в баланс или к балансу и будете на протяжении дня иметь много сил, много энергии, много внутренней какой-то энергии. А забыл сказать, данные упражнения выполнять необходимо с открытыми глазами и утром, и вечером. Также ни в коем случае не стоит выполнять данные упражнения с закрытыми глазами и лежа, а с открытыми глазами и сидя, пожалуйста, выполняйте. Так вы сможете накопить огромное количество ци-энергии, восстановить свое здоровье. Уверен в том, что если выполнять данное упражнение не менее 35-40 дней, то можно восстановить давление, улучшить общее состояние. Дальше. О невероятном времени, которое мы пропускаем, не зная этого. Я часто говорю о том, что в человеческой жизни есть определенные ритмы. Они не связаны с циркадными ритмами, они называются в оккультизме ритмами исполнения желаний или ритмами чакр. То есть это время, когда открываются чакры или закрываются. Существуют определенные часы, когда определенные чакры начинают сверхэффективно работать. Как известно, если хорошо работает вторая чакра, человек здоров, его начинают любить окружающие люди. Если четвертая, то к человеку приходят деньги, близкие начинают ценить такого человека. Если шестая, то у человека увеличивается разум, человек становится умным и так далее. И есть определенное время, когда именно эти чакры правильно работают. Так вот, запустить в этот момент эти чакры можно в случае, если в эти промежутки времени испытывать состояние радости. Что это за время? Итак, давайте запомним. В случае, если проснуться с 3 до 6 утра и прободрствовать с 3 часов утра и до 6 часов утра, при этом испытывать состояние с открытыми глазами, состояние радости или состояние такого благости какой-то и приятное, испытывать приятное ощущение, то это откроет вам шестую чакру, поможет вылечить глаза, улучшит состояние слуха, улучшит память. Также именно это является тем временем, когда у человека, как ни странно, лучше всего открывается канал ясновидения. И этот канал ясновидения в дальнейшем на протяжении дня будет переходить в канал интуиция и будет переходить в канал предсказывания или вещания будущего. Поэтому в случае, если вы тот человек, который хочет развить ясновидение, старайтесь просыпаться с 3 до 6 и в это время не тыкаться в телефон, а проводить медитацию, какую-либо испытывать от жизни удовольствие. Я могу сказать, что у многих людей есть такая склонность. Эта склонность, она касается того, что человек утром встает и хочет утром как можно больше получить наслаждение. Я обратил внимание, что эта склонность, она больше к такому склонны больше люди,
чрезвычайно интеллектуальные, то есть люди, которые утром просыпаются, не торопятся бежать, не торопятся там что-то делать, не торопятся там получать информацию, то есть такие люди, утренние кайфуши, они просыпаются, и после этого эти люди начинают, не торопясь, пить чай или кофе, там рассматривать себя в зеркале, не знаю, если женщина красится, очистить перышки, как говорит моя жена, если это мужчина, не торопятся вставать, то есть ведут вот такой размеренный образ жизни, ставя на первое место получение удовольствия в утренние часы, то у таких людей в дальнейшем развивается интеллект, то есть это люди, которые в дальнейшем могут похвастаться знанием языков, знанием точных наук, химии, математики и так далее. Физики. Но второе время, это когда открывается вторая чакра. Это время с 11 часов дня до 14 часов дня. Это время, когда человек может вылечить свои заболевания кишечника, вылечить заболевания печени. Это время, когда человек может испытывать состояние радости и удовольствия. И это, скорее всего, в дальнейшем приведет одинокую женщину или одинокого мужчину к тому, чтобы они вышли замуж или обрели семью. Чтобы таким людям хорошо относились, чтобы у них красивые тела были и так далее. Хочу еще раз сказать, это не время для еды, это время, когда необходимо испытывать состояние такого воздушного благости, воздушного удовольствия, наслаждения музыкой, может быть, или еще чем-то. Следующее время, третье время, это время открытия четвертой чакры. Я о нем ранее говорил, это время с 19 часов дня до 22 часов дня. И это время, когда у человека увеличивается материальное благополучие, когда к человеку начинают течь, как ни странно, деньги и так далее. Так вот, самое интересное, что происходит. Ну ладно, с 3 до 6 мы спим, умными нам не быть. Фиг с ним, махнем рукой. Но с 11 до 14 мы там где-то работаем, нервничаем, злимся, стоим в очереди и так далее. И вы после этого хотите замуж выйти? Или жениться, или иметь хорошую семью? Хотите быть сексуальным мужчиной или сексуальным женщиной? Кстати, не понимаю значения этого слова. Ну ладно. Ну и, конечно же, когда человек едет с работы с 7 там, до 10 или приезжает домой в 7 часов и до 10 орет, вытаращив глаза, что кто-то неправильно там приготовил, кто-то неправильно там к нему относится, у него претензии, нервы и так далее. Нужно помнить о трех элементах священного времени. Ну хотя бы о времени с 11 до 2 и о времени, которое называется с 19 или с 7 часов вечера до 10 часов вечера. По-правильному даже не до 10, а до 10:30. Потому что там правильно это 19:30 и 22:30. Конечно же, это такое уникальное время, которое у каждого человека оно есть. И в случае, если в это время испытывать состояние радости, удовольствия, испытывать какие-то чувства приятные, наслаждаться, испытывать радость, прикасаться к тем, кого любишь, там, смотреть что-то приятное или слушать что-то приятное, восторгаться, удивляться, то это и есть то время, которое откроет вам, как там в свое время сказали, гидрант денежного потока. Или откроет вам узлы вот эти. Есть такие циркадные ритмы у человека, когда человек просыпается или засыпает, и они обычно управляемы, эти циркадные ритмы, освещением. Об этом сказано многократно и мной в моих семинарах по здоровью и так далее. Но существуют вот такие циркадные ритмы, когда открываются определенные чакры. Есть у человека чакры и остальные, и есть определенное время, когда и они открываются у человека. Просто об этом сегодня разговаривать не будем. Я говорю о важных компонентах. И, конечно, на первое место можно поставить 100% это время с 7 до 10. Обычно люди, у которых плохая карма, люди, которые должны быть бедными, они с 7 до 10 начинают ругаться, как не в себя. Обижаться, ругаться, злиться, чесаться, нервничать. Там что можно придумать? Оскорблять, плеваться, кричать, ныть. Беситься, дуреть и так далее. Потом 10 часов или 11 заканчиваются, они успокаиваются и становятся нормальными. Что они там притянули в свою жизнь? Они не притянули, они оттолкнули. Оттолкнули материальное благополучие, оттолкнули возможности быть счастливыми и богатыми и так далее. Юлия Булаткина, слушайте внимательно то, что я говорю. Это может изменить вашу судьбу. А теперь те люди, которые
боятся, что их судьба изменится в лучшую сторону, уходите и не смотрите дальше мой семинар, потому что, скорее всего, дальше вам не нужно, а то еще измените в лучшую сторону, и как у меня начнут лосниться отчасти лицо, вы будете таким же счастливым отцом и мужем, и будете иметь возможности, и будете иметь материальное благополучие. Становитесь теми, кто постоянно нуждается в деньгах, кто постоянно болен, бухает, у кого нет денег там зубы поменять, становитесь вредными, гадкими и уставшими от жизни людьми. Тогда, и это тоже правильный путь, он тоже может привести к духовности. Почему? Потому что два выбора есть у человека: достижение духовности. Один путь — это путем испытывания в своей жизни или путем ощущения в своей жизни благости, которая переводится как наслаждение, радость от того, что человек проживает. И второе — стенаниями. Это когда человек страдает, рассчитывается за свою карму, за свои прегрешения, когда он постоянно чем-то недоволен, ему все время плохо. Это тоже может привести его к духовному росту. Росту только другим путем. Он таким образом достигает заболевания. Эти заболевания — это боль, которую он причинил в этой жизни или в прошлой. Этой болью он, извиняюсь. И выключись. Вот перебил. Вроде все выключил. О, выключил. Этим самым у человека появится, этим самым человек отдаст боль, ту, которую он причинил духовную или физическую, другим людям, тем самым на перерождение пойдет счастливым, прекрасным, и уже в следующей жизни родится вновь благополучная семья. Итак, делайте эти две вещи, и болезни исчезнут, сказал Садхгуру и наплел там, или наговорил, или сказал что-либо. Ну, не наплел это, я извиняюсь перед Садхгуру, но он не услышит, ничего страшного, это его дело. Итак, по моему мнению, есть два метода, которые могут позволить человеку заметно улучшить свое физическое состояние. Я всегда об этом говорю. Первое, вот смотрите, делая только две вещи, они очень простые, но я рекомендую их делать. Это... дышите один раз в день по 7 минут по методу Патрула Далкара. Я сейчас, к сожалению, не могу показать, а так бы я показал. Помните? Вот так активно дышите. От 7 минут. 7 или 10 минут. Смотрите, что значит в 24 часах 7 минут. В 24 часах 7 минут — это мало. Когда необходимо дышать? Если дышать с утра и до обеда, то будет более лечиться мочеполовая система. Если с обеда до 6-7 часов вечера, то будет лечиться кровеносная система. Если с 6 до 11, то мозги. А если с 11 там, и до самого утра, то это энергетика. То есть это лечение и сна, и бессонницы, нервных состояний, беспокойства, психических заболеваний, бла-бла-бла-бла. Но выберите для себя время, когда нужно дышать, и попробуйте делать то, что я вам скажу, только один месяц. Но дышать мало. Дело в том, что когда человек дышит, то это все окисляет его организм, потому что кислород является мощнейшим окислителем, и происходит защелачивание, то есть появление свободных радикальных соединений в нашем теле. Ацетилхолирование и холирование не происходит. Муковисцеральная система, первооткиназа, ТУМАР-М2 и ТУМАР-М4 не происходит. Молочная кислота не разделяется и так далее. И это все приводит к тому, что эти шлаки, которые являются молочной кислотой, остатками первооткиназы, они могут быть аромамасляной и пировиноградной кислотой, они могут в виде свободных радикалов, остатков карбоновых белков, вернее, остатки карбоновые или аминные в аминокислотах, вот эти остатки, объединенные с свободным радикалом углерода, азота или кислорода, могут накапливаться у нас, или углекислого газа, могут накапливаться у нас в организме. И считается, что активное дыхание, конечно, может привести к ухудшению состояния. Я с этим согласен. Тогда тут вопрос: Андрей Андреевич, что тогда городите? Ответ этому есть. Помните, есть сказка: нырнешь в мертвую воду, потом нырнешь в живую, и полил он молодца живой, мертвой водой, и молодец избавился от всех абсолютно внешних ран. А потом живой водой и оживился молодец. О,
как было. И тут, конечно же, есть тоже такой вот элемент. То, что вы делаете активное дыхание, это своего рода у вас оживление. То есть это активация жизни, это активация всего организма. Лучшее состояние становится, но если просто так дышать, то могут быть обострения. Обычно они идут следующим образом: обострение кожи, потом обострение суставов, обострение позвоночника, обострение поджелудочной щитовидной железы, гипофиз. После этого начинается там обострение мастопатия, обострение яичники, обострение предстательной железы, почки. После этого вновь суставы, печень, двенадцатиперстная кишка, заканчивается это и там желудком и так далее. Может диарея развиться и так далее. И человек говорит: надо же, я же для здоровья дышу, дышу, а ничего не происходит. Что же мне делать? Ответ этому есть. Нужно пить специально приготовленную щелочную воду для того, чтобы в момент того, когда происходит окисление с помощью кислорода, приносить туда еще и ощелачивание с помощью нашей воды, которую можно приготовить самостоятельно. Конечно, самый простой метод — это купить просто щелочную воду, попить. Но я вам рекомендую приготовить самим щелочную воду. Каким образом это делается? Возьмите пластмассовую миску, налейте в нее любую воду, можно из-под крана, это не имеет никакого значения, можно минеральную или просто обычную воду, очищенную или даже не очищенную из-под крана, не имеет значения. После чего эту воду положите в морозильную камеру для того, чтобы она замерзла. Когда она замерзнет, через 1-2 там 3 часа выбейте ее из этой миски, и вы увидите, что поверхность воды и нижняя часть, на ней будет белая такая толстая, отделенная консистенцией, по консистенции вода, как будто что-то белое такое. Мы это часто замечаем. Также, когда вы перевернете, то с обратной стороны может быть тоже белые такие вот части. Что необходимо делать? Нужно необходимо взять терку, на которой мы натираем там овощи или что-либо делаем, любой твердый предмет, и вот это все белое стереть. Когда вы вот это все белое, что на поверхности находится, сотрете, счистите по-другому, то можете данную воду вновь ставить себе в емкость. Эта емкость свободно, вода там в этой емкости растает, после чего ее можете укупорить в бутыли и использовать ее под назначение, а именно назначение — это ощелачивание нашего организма. Такую воду просто так пить не стоит. Ее необходимо пить в случае, если есть очень высокая кислотность или очень высокое воздействие кислорода. Поэтому на протяжении дня один раз дышите и выпивайте 1 литр или там 5 литров такой воды, сколько сможете. А если вы будете дышать еще больше, допустим, утром, в обед и вечером, и будете воду эту выпивать 1 литр на протяжении дня, то уже через месяц ваши близкие и ваши родные начнут замечать в вас тотальные и очень заметные яркие изменения. Пожалуйста, от меня вам вот такой презент. Дальше. 5 советов для счастья в 2022 году. Старайтесь найти... В 2022 году многие люди почувствовали себя несчастными, потому что поломалась общая система наших мировоззрений, мировосприятий. Те, кто были нам друзьями, стали врагами. Мир полностью изменился, и то, что мы сейчас видим, конечно, тотально все изменило. Не напрасно. Год 2022 — это шестерка, шестерка — это изменение или шестиконечная звезда, но не об этом. Итак, я хочу дать вам 5 советов, которые непременно 100% приведут вас в этом году к тому, чтобы вы были счастливыми уже в этом году людьми. Итак, первое. Старайтесь найти в себе доброту. Это принесет вам материальное благополучие. Это было сказано мной в первый день, когда я читал семинар, который называется «Программирование 2022 года». Там я говорил, что этот год определит, кто злой, а кто добрый. И в 2022 году я сказал о том, что самая важная черта — это работа с зеленым цветом, это цвет мира, также работа с тем, чтобы человек испытывал состояние доброты. Сейчас это очень важно. Второе. Берите ответственность за свою жизнь и жизнь близких людей на свои плечи. Не верьте советчикам и будьте решительными. Надеюсь, это понятно. Третье.
старайтесь на протяжении этого года, если у вас в жизни все плохо, старайтесь поститься. Когда человек постится хотя бы один раз в неделю, то это дает человеку везение и здоровье. А в этом году даст человеку безопасность. Поэтому не ешьте один день в неделю или один день в 9 дней и так далее. Не думайте о будущем. Старайтесь решать вопросы насущные сегодня и сейчас. Решайте также проблемы по мере их поступления. Не выдумывайте себе каких-то дополнительных проблем. Пятое. Не впадайте в истерию, не впадайте в озлобленность и не поддавайтесь ненависти. Это очень важно, и считаю, что если человек будет использовать все мои 5 советов для счастья, то он это счастье в 2022 году, несмотря ни на что, обретет. Какая сейчас основная ошибка людей, которые живут в моем мире, в украинском, или живут, или украинцы, которые переехали или вынуждены бежать куда-либо? Какая основная ошибка людей, которые находятся там в Российской Федерации? Ну, я буду говорить об Украине, потому что мне это ближе, я сам здесь нахожусь. Одна из ошибок связана вот с чем, послушайте внимательно. Дом человека связан с отдыхом, с созиданием человека. Дом связан с местом, где можно спрятаться, можно отдохнуть, можно испытать состояние наслаждения и счастья от общения с близкими. Дом — это место созидания. Дома можно создавать, дома можно детей растить, дома можно отдыхать. Война отличается от дома, она создана для убивания и разрушения. А теперь мой вам совет, он очень важный. Товарищи, не пускайте войну в свой дом. Очень часто, насмотревшись информации, которая связана с войной, мы продолжаем воевать, когда отключаем ноутбук, телевизор, телефон. Мы переживаем, беспокоимся и несем эту войну к близким. Мы начинаем с близкими воевать, начинаем близких ненавидеть, начинаем близким доказывать, начинаем близких уничтожать и так далее. Не переносите, если вы так реагируете на войну, то не переносите войну на своих близких. Я это заметил в своей жизни, я говорю это серьезно. Вот во многих семьях я это начал замечать, то есть вечер, все приятно, все там смотрят, кроме папы, допустим, а папа в другой комнате сидит с телефоном и слушает новости. Дети, мама кушают там что-то или смотрят телевизор, кушают яблочко, и где-то в 10:30 заходит папа и говорит: «Я хочу обсудить, что сказал товарищ», начиная там Фейган или там Пиантковский или еще кто-либо, Швец, Арестович, они все, конечно, молодцы. И эту информацию начинает, да, вот почему эти сволочи и так далее. Но после этого семья уже не отдыхает. Семья пытается успокоить и сказать: мы смотрим как бы кино, у нас вечер, мы хотели бы наслаждаться, у нас пока войны нет. Если пока войны нет, именно она есть всегда в стране, не стоит это забывать. В Украине всегда есть война, мы сейчас живем в войне, нас обстреливают. Сегодня в Киевскую область прилетели ракеты с территории России. Больше 40 ракет на протяжении суток, они стреляют, попали там в детские сады и так далее. Это, конечно, ужасно. Ну и, конечно же, мы живем в войне, но до того момента, пока вы не пустите сами войну в свой дом, и до того момента, если она далеко, то сделайте так, чтобы хотя бы эмоционально она не пришла в вашу семью. Не переносите ее с больной головы на здоровую. Не обсуждайте, не нервничайте, не беситесь и не заставляйте окружающих людей страдать от этого. Почему? Потому что есть время для созидания. Знаете, кому-то нужно детей растить, кому-то нужно детей воспитывать, кому-то нужно экономику поднимать, кто-то должен заниматься медициной, кто-то должен заниматься обслуживанием и так далее. Не всем же воевать. Хотя воевать нужно.
Что нужно делать, прежде чем строить серьезные отношения? Спросили у Садхгуру. Я не слушал, что он ответил. Почему? Я обязательно обещаю вам прослушать в дальнейшем, но я не слушал для того, чтобы не склониться к его идее. Поэтому я своими, может быть, не совсем высокодуховными мозгами попытаюсь ответить на этот вопрос. Нужно настроиться на безвозмездное служение тому человеку, с которым вы хотите построить отношения. И не только стараться давать этому человеку, а также еще и понимать, что тебе дают тоже. То есть смотрите, как это происходит. Часто женщина говорит, я там за ним смотрю, я ему помогаю во всем там и так далее. Но он ничего не дает. А деньги кто в семью приносит? А интимные отношения с кем? Ну, там и так далее. То есть обычно кто-то занимает позицию «я даю, а мне в обмен ничего» и так далее. Так вот, на это не стоит обращать внимания. Стоит настроиться на то, чтобы служить человеку, безвозмездно хотеть ему давать, безвозмездно хотеть ему помогать, безвозмездно ему служить. Если этой готовности нет, а есть желание решить свои вопросы или использовать другого человека для секса, там, квартиры, проживания, там, финансового рабства или эксплуатации, то, пожалуй, не стоит и начинать такие отношения. Я считаю, что элемент, который я назвал, который называется служение другому человеку, является основой в тот момент, когда человек решил связать с таким человеком судьбу. Позволь Вселенной проникнуть в тебя. Сказал Садхгуру, и я хочу ему сказать, может ли Вселенная проникнуть в человека? И как позволить Вселенной проникнуть в человека, и зачем это необходимо? Смотрите, человек — это время. А время, оно разрушает человека. Таким образом, можно сказать, что человек, из-за того, что происходит разрушение, то любое разрушение есть энтропией. То есть энтропия — это разрушение и беспорядок. Смотрите, в любом случае, если что-то начинает, вот смотрите, порядок это когда все выстраивается, а беспорядок, когда все разрушается. Человек родился, вырос, потом состарился и умер. То есть в этом человеке присутствует энтропия. То есть происходит процесс разрушения. Где есть процесс разрушения, там есть беспорядок. Это математическая модель. Именно поэтому человек, на которого влияет время, живет по принципу беспорядка или разрушения. А Вселенная, она не живет по принципу времени, она бесконечна. Она никуда не торопится, никуда не спешит, ни к чему не стремится. Там все имеет свой порядок. Вселенная была, будет, есть, и для нее время не является, как для человека, важнейшей аксиомой. Если убрать время, то тогда энтропия исчезает. Это тоже математические идеи. Таким она просто не может быть. Таким образом, в случае, если нет энтропии, то это говорит о бесконечном порядке. Таким образом, в случае, если человек пустит в себя Вселенную, то человек начнет жить по принципу порядка. А если человек начнет жить по принципу порядка, то в его жизни исчезает старение. То есть он таким образом уничтожает время. Также это упорядочивает чувства, сознание, уменьшает процесс старения, лечит заболевания. Как это необходимо сделать? Нужно во время медитации с закрытыми или открытыми глазами постараться максимально забыть о времени. Думать о чем угодно, только не о времени. В случае, если человек с закрытыми или открытыми глазами в лежачей медитации, там шивасане или там сидячей, дзен, допустим, медитации, теряет ощущение времени, в этот момент Вселенная входит в него и начинается процесс упорядочивания. Мозги на место становятся, шарики находят место для себя, а ролики находят свои места. Улучшается состояние щитовидной железы, чувств, улучшается состояние или работа кишечника. Все тело приходит в состояние упорядоченности, энтропия заканчивается. Но только стоит вспомнить, сколько времени и так далее, в этот момент весь процесс вновь начинает, как и раньше, идти своим путем. Как лучше угомонить свои мысли? Разве я это не сказал сейчас? Пустите в себя Вселенную. Дальше. Правда ли, что за любой радостью идут огорчения? Да, это правда, это и есть баланс, но...
Если человек настраивает себя чувствовать радость даже во время огорчения, то радости будет больше. Это связано с тем, что в обычной жизни колесо баланса, оно может быть так, или оно может крутить так, что с одной стороны черпает радость, а с другой стороны черпает страдания. Но если колесо баланса сдвинуть в радость, то тогда будет и во время радости, и во время страданий состояние радости. Таким образом, необходимо сдвинуть колесо баланса, и оно сдвигается, если человек стремится к тому, чтобы ощущать, то есть по-другому чувствовать, даже во время того, когда он огорчается где-то, хотя бы минимально, хоть как-то, даже необъяснимо, но радость. Ощущение тепла в груди, ощущение какого-то восторга или благости, которая находится где-то в грудной клетке, или где-то в голове, или где-либо, в каком-либо месте. Конечно же, это не всем дано, но тот, кто стремится, и тот, кто развивает в себе это, рано или поздно, 100% это находит. Расслабленность – ключ к общению с людьми. Смотрите, я вам сейчас покажу. Ой-ой, боюсь, что я сделал? Я сжался. Смотрите. Ой-ой, боюсь, что я сделал? Сжался. А теперь, иди я тебя обниму. Смотрите, что происходит. Когда человек сжимается, он боится. Боится, значит, энергетически отталкивает. А если он расслабляется, иди ко мне, то тогда этот человек притягивает. Таким образом, если мужчина боится женщину или женщина боится мужчины и рядом находится, она его отталкивает, хочет или нет. Если вы боитесь делать бизнес, боитесь делать там какие-либо шаги, которые вам нужны, то вы отталкиваете. Что нужно научиться делать? Расслабляться. Необходимо расслабляться, потому что когда человек расслабляется, расслабляйтесь по отношению к мужу, жене, притягиваете их, расслабляйтесь по поводу денег, притягивайте, расслабляйтесь по поводу детей, притягивайте. Напрягаетесь по поводу войны, отталкивайте. Напрягаетесь по поводу каких-то неприятностей, отталкивайте. Что нужно сделать? Напрягайте свои мышцы и думайте о чем-то, что вы хотите вытолкнуть из своей жизни. Расслабляйте свои мышцы, ставьте руки в разные стороны, расширяйтесь таким образом и притягивайте в жизнь то, что вы хотите. Я расслабился, лежу или сижу и говорю: о, что там, любимая моя жена, о, моя любимая жена. Как быстро убрать депрессию? Почему возникает угрюмость? Почему возникает депрессия? Ответ этому есть. Он не связан с психологией. Он не связан совершенно с психиатрией. Конечно же, депрессия имеет глубокие корни. Они могут быть нейрофизиологическими, эндокринологическими, они могут быть даже нейрогуморальными, там, какими угодно. То есть это могут быть заболевания, они могут быть психологическими, психическими и так далее. Но я сегодня хотел бы сказать о знаниях, которые есть в, наверное, оккультизме, которые есть в эзотерике. Если можно назвать то, чем я занимаюсь, эзотерикой. И я хочу сказать свое мнение. Я уже давно заметил, что когда у человека появляется угрюмость и депрессия, то это связано с тем, что человек начинает внутренне себя или кто-то начинает его жалеть. Человеку жалко себя. У него возникает грусть, после этого угрюмость, после этого депрессия. Жалко, что не так, жалко, что этого нет, жалко, что вот еще что-то. И вот жалко себя, и вот потом это все тупик, депрессия и так далее. Самый простой способ избавиться от депрессии — это разозлиться и ругать себя. Говорить: да сколько можно, возьми себя в руки, ты как чук-пук. Или попросить кого-нибудь, чтобы вас отругали. В моей жизни была такая история, о ней когда-то в первой ступени рассказывал. Приехала женщина, у нее тяжелая затяжная депрессия была. Она меланхоличная, очень полная, она все время мне писала стихи. Я не знал, как ее вывести из себя, потому что я знал, что мне необходимо этого человека отругать.
С чем ее привезла подруга? Эту подругу звали Люда, они из Киева, и они привезли эту женщину, и она такая очень полная, наверное, 1,60 м роста и где-то, наверное, 130 кг веса. Очень полная, уже так ей тяжело было ходить, и она в очень угрюмом состоянии, в такой тяжелой депрессии, затяжной приехала. Это имело свое объяснение, но и она писала стихи. Прекрасные стихи, очень милые стихи, стихи надежды на счастье, стихи, которыми она пыталась, может быть, себя вывести из этого состояния, но нет. Стихи прекрасные, но мне нужно было ее отругать, а отругать ее не за что, потому что она хороший, очень добрый, очень теплый человек. Ну а как она жила? Она жалела себя, потому что мужчины ее не любили, потому что надежды на то, что мужчины в ее жизни появятся, не было ни денег, ни мужчин, ни счастья. Еще и раньше там проблема с ребенком была, она потеряла ребенка. Это все вместе нахлынуло после того, когда мужчина тоже, там, я не помню, что с ним произошло. И это все вызвало у нее страдания, потому что ей во всем было себя жалко. Жалко, что сына нет, жалко, что мужа нет, жалко, что она поправилась, жалко, что не все так, как она хочет. А она же женщина, и вот она думала приблизительно так, но и писала стихи. Но есть прекрасный мир, где ты будешь кому-нибудь по душе, и тебя прижмут эти люди, и наши души, они будут счастливы, и люди будут относиться друг к другу хорошо. Они прекрасные. Она писала стихи о радугах, о чувствах, потому что там было вот такое творческое начало у человека. Но я знал, что человека, у которого есть меланхолия, у человека, у которого есть депрессия, которая, как правило, связана с тем, что он себя жалеет, необходимо наругать. И я ей в первый день об этом сказал. Я сказал ей и ее подруге. Я говорю, как хотите, но вы не заметите, я найду способ вас отругать. И после этого я не мог найти способ. Почему? Она мне очень нравилась. Я люблю людей. И она была старше, и мне так было неудобно. Но я понимал, что мне это необходимо сделать. И вот в какое-то утро, а лучше это делать утром, чтобы на целый день ее там зацепить. Почему? Так себя человек жалеет, а так происходит перенос референтного индекса с жалости к себе, к ненависти к тому человеку, который должен обидеть. Главное сильно наругать, чтобы ненавидеть начала, потому что если она начинает жалеть себя еще больше, то будет хуже. Поэтому должны быть какие-то элементы, которые ее зацепят, чтобы она начала ненавидеть. Это очень болезненно, но сверхэффективно. И вот она в очередной раз принесла мне стихи, и я взял и говорю, да заткнись ты, вот так порвал эту бумагу и кинул ей в лицо. Чуть сам не расплакался, вы даже не представляете, как мне было в этот момент жалко. Но я был как Арджуна, которому Кришна сказал в свое время слова, если это война, встань и сражайся. Вот я встал и сражался за нормальное состояние этой женщины. И мне нужно было дождаться сутки для того, чтобы перед ней извиниться. Я видел по лицу, что она меня начала ненавидеть. Я еще очень обидное сказал, ты еще своей там толстой попой там и так далее. И что-то еще ляпнул в сторону, в общем, уже нес там абсолютную чепуху. Она злилась, и ее подруга. Ее подруга сказала, мы прямо сейчас соберемся и уедем. Я говорю, послушайте, вам нужно здесь остаться. И я отвел подругу эту и говорю, послушайте, если вы сейчас соберетесь, то тогда и я вам запрещаю ее жалеть. Не жалейте ее. Она должна сейчас находиться одна. Я говорю ей, вы можете на занятия не ходить, можете вести там любой, ну вот дальше до завтрашнего дня заниматься чем вы хотите, а вообще рекомендую ни с кем не общаться и понаходиться где-нибудь вот в тишине там и так далее. Ну, на следующий день я перед ней извинился. Но я хочу вам сказать, этот человек был другим. Следа не осталось от угрюмости. У нее было в лице ненависть. Это мне было нужно. Она переключилась, наконец-то концов. Она перестала себя жалеть. Она начала находить в себе силы воина, которые давали бы ей возможность мне отомстить. Как угодно. При этом, когда она где-то находилась, то она, скорее всего, думала, как она это сделает. Молодец, настоящая женщина.
И, конечно же, это помогло, потому что, когда она уезжала, уже последние дни были, и она подошла ко мне и говорит: Андрей Андреевич, я не знаю как, но несколько лет я болела затяжными депрессиями, и здесь после какого-то момента мои депрессии исчезли. На что я сказал: во всем виновата вегетарианская пища, которую мы ели, ну и, конечно же, море. Но на самом деле я четко понимал, что происходит и как это работает. Теперь и вы знаете. Самый простой способ для того, чтобы убрать у себя огорчение, угрюмость и грусть, стать человеком, который себя отругает. Или попросите какого-либо человека, чтобы отругали. Или начните кого-нибудь ненавидеть. Это помогает. Депрессия. Ругать нужно человека. Ну а если у человека маниакальная радость, то в этот момент необходимо жалеть человека. Потому что иначе, если отругать, ему будет еще хуже. Именно поэтому, если человек в радости убежал бегать по мусоркам, его ругать не нужно. Его нужно жалеть. Ложить в кровать, кормить, отмывать и говорить: бедненький, бедненький, ты мое счастье, ты мое солнышко и так далее. Как исполнить все свои желания? У человека есть три гуны. Эти три гуны – это три врожденных качества человека. Это качество невежества, это качество страсти и качество благости. Когда человек живет, то эти три гуны заставляют его страдать. То есть одни люди – это люди, озабоченные, омраченные гуной невежества. Это люди, которые постоянно хотят секса. Это люди, которые постоянно… они алчные, они оскорбляют других людей, ругаются матом, ненавидят. Им приятно, когда они кому-то делают больно. Вот им обязательно, если там в интернете этих людей сразу видно, они постоянно пишут гадости какие-то. Знает меня человек, не знает, как можно больнее свернуть, уколоть, закрутить. Там создать какой-то сценарий. Это люди, которые называются невежественными людьми. Обычный рацион таких людей, они склонны к тому, чтобы там пить алкоголь, курить, задымлять себя, вонять. Они не любят мыться, такие люди. Такие люди, даже если моются, от них все равно пахнет плохо. Такие люди любят запах фекалий, мочи, там пота, то есть они нюхают себя, им это приносит удовольствие. Такие люди склонны к тому, чтобы кушать объедки, старую пищу. Если выбирать пищу, они выберут там пищу, которая подвонена, которая старая, которая засохшая, холодная, несвежая, сырая, сухая, вонючая и так далее. То есть это люди, которые вот к этому стремятся, это как бы люди, которые живут по принципу невежественности. Но таких людей одолевают духи умерших, как правило, это даже галлюцинации, которые появляются у таких людей, если они начинают что-то видеть, связанные с образами умерших людей и так далее. Есть второй тип гун у людей, это гуна, который называется гуной страсти. Это тоже гуна, когда человек очень часто любит обижаться, нервировать, иметь претензии, злиться, там всем что-то навязывать. Он эгоистичный, хочет, чтобы было как он, постоянно делает какие-то сети, нити, интриги. Ему нравится, когда вот у всех там он управляет, у всех плохие самочувствия. Это тоже люди, которые страдают. Ими управляют демоны. Этих демонов три. Это демон смерти, демон болезни и демон смерти, демон болезни и демон голода. То есть это люди, которые вот таким... Обычно это люди любят сухую пищу, горькую пищу, острую пищу, много специй. Они демонические в своих чувствах, они взрывные, ненавистические, озабоченные вот такие. Вот им тоже тяжело. Есть люди третьего элемента, люди благие или благостные. Это люди, которым все время от всего хорошо. Они быстро успокаиваются, не обращают внимания на дураков, как моя мама говорит. И вот много таких нюансов, то есть они живут в благости, они обычно счастливые, им обычно все удается и так далее. Но человек и страстный, и невежественный, он может найти в себе благость и развить ее. Каким образом? Путем развития внутренней доброты. То есть человек пытается максимально развить в себе состояние доброты. А теперь, к чему я все рассказал? Развив в себе состояние доброты, человек должен объединить состояние своей гуны благости или ощущения доброты и благости, должен соединить с божественностью или с космосом. А я уже об этом сказал. Космос — это безвременность, а благость — это чувство в человеке. Что человек должен делать? И вот вам техника. Человек, сидя, открывает сначала чувство, которое называется канал связи с исполнением желаний. То есть человек произносит хуп
слово на, на вдохе и свое желание на выдохе. После этого ощущает состояние благости с открытыми глазами, после чего сидит с открытыми глазами, смотрит на какую-либо точку, ощущает чувство благости в середине себя или по-другому ощущение доброты. Ну, можно назвать это состоянием любви еще, как бы безвозмездной, необусловленной. И в этот момент он не думает больше о своем желании, а старается выполнять это настолько долго, чтобы забыть о времени. Вот если он забыл о времени, то процесс исполнения желаний начался. Это сверхмощная практика, к сожалению, не всем подходит. Как питаться, чтобы никогда не болеть? Первое. Старайтесь есть меньше. Чем старше человек становится, тем он должен меньше есть. Это правильно. Второе. Старайтесь кушать вот таким образом. Первое. Утром старайтесь съедать что-либо, что связано с жирами. В обед что-либо, что связано с белками. И вечером что-либо, что связано с углеводами. Почему вечером с углеводами? По идее, человек вечером или когда он ложится на ночь, у него должен появиться энергетический голод. Знаете, что во время сна человек теряет очень много калорий? Именно в это время потеря калорий более всего прочего влияет на мозговую деятельность и на мозги. Именно поэтому перед сном необходимо все-таки съедать небольшое количество калорий. Самое время вечером перед сном съесть кашку. Далее, как определить, что вам нужно больше, а что вам не больше нужно. Опять-таки хочу сказать, что это не должны быть одни углеводы, но их должно быть больше. Это не должны быть одни белки, но их должно быть больше. И это не должны быть жиры, но жиров должно быть больше. Именно поэтому, если для восстановления или для своего здоровья обычно утром человеку не хватает жиров, в обед белков, а вечером углеводов. Если вы полный человек, не ешьте углеводы на ночь. Но если у вас память плохая, то на ночь углеводы ешьте. А если у вас есть проблемы с печенью, проблемы с правой частью тела, правая легкая печень, 12-перстная кишка, там тонкий кишечник, что там у нас еще, правый яичник и так далее, то тогда вам необходимо начинать с жиров. В случае, если у вас есть проблемы, связанные с кроветворением, гомеопоэзом или гомеостазом, иммунитетом, то вам необходимо в обед обязательно белковую пищу принимать. Ну и в случае, если память, глаза, уши, обоняние, осязание и так далее, или кожа проблемная, то начинайте на ночь небольшое количество углеводов. Самое лучшее употребление углеводов — это пол чайной ложки меда без цветочной пыльцы и перги. Желательно такого, чтобы имел цвет очень светлый, медленно рассасывая перед самым сном, запивая стаканом воды. Я считаю, что это максимальное употребление правильных углеводов, и для иммунитета хорошо, и для мозговой деятельности хорошо, и хорошо при этом заснете. Кстати, очень много людей есть, которые, когда соблюдают диету, стараются максимально не кушать или не есть правильно, не употреблять пищу перед сном, и из-за этого не могут заснуть. И вот небольшое количество меда прямо перед самым сном, и человек хорошо спит. И мы детей так усыпляем прямо перед самым сном. Дети перед сном получают пол столовой ложки на один стакан кипяченого молока теплого перед самым сном. Уже потом нет никаких проблем с тем, чтобы ребенок спал. Засыпают хорошо все. Дальше. Всегда помните, вся пища должна быть теплой, свежей и сочной. Это приносит человеку гуну благости, так человек становится добрым и хорошим. В чем величайшее на планете зло? Спросили у Садхгуру, я не знаю, как он ответил. Скорее всего, что-то интересное сказал. Но теперь на этот вопрос ответит Дуйко вам. Итак, какое, я считаю, самое величайшее зло, которое существует на Земле? Самое величайшее зло, которое существует на планете Земля, по моему мнению, является хитрость. Все остальное, там, неправду говорить, неправду сказать, схитрить, украсть, схитрил. Убил, схитрил. Смотрите, все остальное — это произведение хитрости. Именно поэтому в свое время не нужно было доставать кучу скрижалей, и не нужно было говорить 7 заповедей, потому что все это производное слову хитрость. Не укради, схитрил, украл. Убил, схитрил, не дал человеку жить. Все это является порождением
лишь одного слова хитрости. Нужно было одну скрижаль. Для человечества Бог должен был дать одну скрижаль. На ней было написано: будешь хитрить — в ад попадешь. Будешь честным — в рай попадешь. Я так считаю. Если человек добрый, если человек правдивый и молчаливый, если правду если правду хочет сказать кому-либо. Я вообще всегда говорю такие слова: если вы рубите правду матку, то тогда ждите, обязательно начнут говорить про вас правду. А это не всегда приятно, знаете. Ага, 4 способа очистить свою энергию. Первый способ — медитируйте сидя или лежа. Второй способ — поститесь один раз в 9 дней или 2 раза в 7 дней, или двухдневный пост с водой раз в 15 дней. Таким образом увеличите энергию. Дальше — омывание огнем или огненная пуджа. Зажгли огонь, вот так вот лицо помыли, вот так огнем этим тело как бы помыли, и после этого, глядя в огонь, произносите слова. Обычно это делается либо в четверг, либо в субботу. Произносите: простите меня, я каюсь за все, что сделал, простите меня, каюсь. Также в этот день хорошо купаться содой с солью. Дальше — искренне смеяться или искренне плакать, искренне играть с ребенком или стариком. Это способы очистить свою энергию. Дальше — как быстро обрести себя, обретение истинного себя. Обретение истинного себя происходит следующим образом. Скажите мне, когда ребенок родился, то первое, что он начинает делать? Первое, что начинает делать ребенок, это плакать, а потом улыбаться. Таким образом, коммуникация плача и коммуникация улыбки есть первые, самые важные элементы человеческой жизни. И что я вам предлагаю? Существует удивительный метод, который называется метод «найти себя». Это когда человек сидит и начинает делать на выдохе такие покашливания, как бы, которые похожи на плач. Выполняет это он на протяжении 7-10 минут. После того, когда он повыполняет вот такие методы, то после этого он должен начать улыбаться. В случае, если вы начнете улыбаться, то в этот момент вы дойдете до такого момента, когда во время улыбки у вас появится очень хорошее, внутреннее, теплое, невероятно приятное ощущение. Это будет ощущение нахождения себя. В случае, если вы найдете себя, то вы найдете вот такую радость внутреннюю, вот такую доброту. Вообще данный метод или данная практика является удивительной и сверхмощной. Называется она лакрима, имеет 2 части. Это человек, который плачет, и после этого человек, который улыбается. Когда человек выполняет вот такую, приводит себя к такому балансу, то что-то зарождается в груди у этого человека, какое-то определенное, необычное, ни с чем не сравнимое чувство наслаждения, благости, удовольствия, полного удовлетворения своей судьбой, внутренним состоянием таким приятным. И вот такое состояние, оно в дальнейшем сохраняется. Оно очень нужно человеку, потому что нам в жизни не свойственно страдать, не свойственно болеть и так далее. И когда что-то болит, достаточно найти вот такое состояние сформированной благости для того, чтобы в дальнейшем оно полечило ваши заболевания или вашу трудную судьбу, или вашу неразрешимую ситуацию и так далее. Поздравляю вас, если вы это сделаете, то, скорее всего, найдете себя. Далее, как быстро преодолеть негативные состояния? Смотрите, обычно, когда у человека есть страх, боль, переживания, нервы, депрессия и так далее, он очень часто смотрит вниз. Вообще, когда человек испытывает состояния деструктивные, то он очень часто смотрит вниз. Поэтому, когда у вас появляется чувство, которое вас беспокоит, это чувства любые деструктивные. Деструктивные — это значит меняющие вас или ломающие вас. В случае, если такие чувства у вас появляются, то сосредоточьтесь на этих чувствах, попробуйте вспомнить и визуально, и почувствовать, или как бы ментально на фоне там разума или где-либо представить, можно так сказать, вновь происходящее
событие, которое вас приводит к тому, или ряд событий, которые приводят вас вот к тому, что вы переживаете. Попробуйте определить, где находится это событие, или чем вы переживаете. То есть, либо событие будет перед вами, внизу, либо оно будет находиться в груди, либо что-то будет находиться перед вами, но будет связано с чувствами, которые находятся в животе, в груди или где-либо еще. После чего возьмите все вместе, и то, что в груди, и все, что перед вами находится внизу, и поднимите над своей головой на расстояние вытянутой над собой руки. И в этот момент начинайте наслаждаться, потому что переходит в состояние, которое называется состояние благости. Когда человек молится, он же вот так делает, как бы вверх головку поднимает. И все, что было плохого, трансформируется и перестает мучить человека. Происходит максимальное, очень быстрое перепрограммирование человека. И буквально за 2-3 раза можно убрать и депрессию, и панические атаки, и нервные состояния. Они просто исчезают. Но об этом нужно помнить. В случае, если вы вспомните в тот момент, когда испытываете такие состояния, и попытаетесь это сделать, будете приятно удивлены от эффективности и самого метода, и, в общем-то, самой идеи. Пожалуйста, пользуйтесь. Почему у нас не просыпается ничего творческого в жизни у человека? В жизни у человека ничего творческого не появляется, потому что для того, чтобы творчество появилось, необходим переизбыток чего-то. Смотрите, как вам это доказать? Смотрите, как это все устроено. Когда человек долго читает стихи, то у него появляется потом желание самому сочинять стихи. Когда ребенок начинает по много раз слушать там музыку какую-либо, то у детей появляется желание самим петь. То есть по-другому это называется быть творческим человеком. Это дети так устроены. Они слушают долго музыку, а потом хотят сами ее исполнять. И это так устроена вся наша система. В случае, если невербально накапливать быстрые звуки, то есть взять, допустим, какое-нибудь произведение, там, произведение классиков, включить его на очень быстрый прокручивание, чтобы оно было там очень быстро, вот так, чтобы музыки не было слышно. И прослушать на протяжении часа и делать это на протяжении 10 дней, то у вас через 10 дней начнет появляться в голове музыка, которая свойственна вам, вы захотите петь. В случае, если вы будете так смотреть видео танцев, захотите танцевать, если будете смотреть видео по медицине, будете хотеть заниматься медициной. Также можно просматривать очень быстро книги, которые посвящены чему-либо. Допустим, там математике, даже если вы не знаете математику, то вдруг появится желание в математике что-либо делать, изучать и быть творческим человеком. Творческий подход появится к каким-либо идеям, которые есть в математике, химии, медицине и так далее. Пожалуйста, такое невербальное накопление или быстрых звуков, или быстрого чтения, быстрых видео дает человеку огромный потенциал к вашему в дальнейшему появляющемуся творчеству. Именно поэтому я рекомендую использовать данные методы. Надеюсь, сегодняшний вебинар вам понравился. К сожалению, не хватает времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы, поэтому назовем сегодняшний вебинар из, сколько здесь ответов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вебинар 18 ответов для счастливой жизни. Надеюсь, та информация, которую я дал вам, была для вас интересна. Не забывайте становиться частью нашего общества, которое я называю обществом Кайлас. Общество Кайлас — это общество людей, объединенных задачей развить у себя паранормальную способность контролируемого везения, контролируемого счастья. Таким образом, контролируя везение, контролируя счастье, мы становимся вот такими людьми, как я. Счастливыми, с красивыми лицами, молодыми, любящими, имеющими и материальное благополучие, и здоровье, и богатство, и любовь, и близких людей хороших, и не ругающихся и так далее, разобравшихся в себе.
Это новая, альтернативная и, можно сказать, адекватная, в отличие от некоторых, эзотерика. Изучайте эзотерику со мной, переходите на мой сайт duiko.guru, проходите первую обновленную ступень. В данном случае она дается, или ее можно приобрести по акционной цене. И в подарок дается еще ступень первая, которая была раньше выложена в бесплатном доступе. Изучайте. Приходите, удивляйтесь, изменяйте свою жизнь вместе с эзотерикой Дуйко и моей эзотерической школой Кайлас. До свидания, друзья.